Всем привет! Вы на канале Pixel Trade. Скажите, как часто вы проводите время в сидячем положении на работе или же за домашним ПК, играя в любимые игры? Сегодня мы покажем вам, что такое удобное кресло. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну а начнем мы с игрового кресла под названием Emperor Camp. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, который увеличивает грузоподъемность до 150 кг, из чего следует надежность и долговечность данного кресла. Эргономичный игровой стул оснащен мягким подголовником и поясничной подушкой с вибромассажером, который питается от USB. Обивка из хлопка высокой плотности и качественной эко-кожи сохраняет комфорт после долгих часов игры или работы. Спинка кресла может регулироваться от 90 до 150 градусов, которая осуществляется с помощью рычага с правой стороны, а также регулируемые подлокотники. Всю подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов по телефону. Ну а мы идем дальше. Следующее, что мы хотим вам показать, это офисное кресло с вибромассажером, которое заполнит уют и комфорт рабочего пространства. Данное кресло также выполнено из высококачественного пластика и металла. Приятная и мягкая эко-кожа легко чистится и не выцветает со временем. Подголовник кресла обит двуслойной губкой, которая поддерживает вашу голову и шею, что позволяет снять нагрузку при долгой работе. Удобная трехслойная сегментированная спинка повторяет контур вашей талии и спины. А теперь представьте, что вы решили немного расслабиться. Вы можете откинуть спинку кресла с помощью рычага с правой стороны, выдвинуть подставку для ног и... А вишенка на торте – это встроенный вибромассажер, который регулируется слева на спинке кресла. Друзья, не пренебрегайте вашим здоровьем и комфортной работе, ведь от этого зависит продуктивность в вашей сфере деятельности. Всю подробную информацию и расцветку этих двух кресел вы можете посмотреть на нашем сайте pixeltrade.ru. Ссылка будет в описании. Ну а на сегодня это все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а мы и дальше будем радовать вас новыми технологиями. Услышимся, пока!